Что в рыбалке главное? Ну, конечно, рыба. Да, такая, чтоб старшинный глаз, чтобы с кулак. Бо! Попадется пусть карась. Тоже вам нифига. Жареный в сметане, он тоже не дурак. Прекрасное неленское утро. Душевно так поспали. Где-то птички чирикают. На улице градусник пока не смотрели. Но, в принципе, в избе такая же температура. Баланс. Во всем должен быть баланс. Где-то, вроде как говорят, солнышко должно встать. Будет здорово. Да, вот, пойду посещу вот это вот заведение. Посмотрю, может, там теплее. Это у нас Андрюха. Сейчас он до меня дойдет, я у него что-нибудь заберу. Там малая котечная. А вот Костя на большом котечном. Танцор. Ну, говорит, коньки не взял, а так бы обязательно нам бы показал бы шедевральные пируэты. Знал бы, не поехал. Здесь руки отваливаются. Йо-йо, вот здесь и отаборимся. Красота. Ни разу здесь не были зимой. Костя меня тут чайком почует. Мы, главное, не успели еще даже ни одной дырки зашаманить. Уже. Это не главное. Мы что, сюда дырки ковырять приехали, что ли? Дырки у нас вон есть, ковыряйте. Дважды ковыряйте Советского Союза. Ты в другую сторону-то включи. Сослон. Несколько слоев. Не ругайся в Божьем храме. Крокодилом на и вот тут ударил. Да-да. Все. Следующий. А я вот здесь. Не помешаю. Да ёкарный бабай. Тяжело. Вот, дырочку сделали. Два дня добирались до рыбалки, да? Два дня. Долгая дорога. Все, на месте. Начинаем удачить. Где Андрюха что-то там роет. Рыбу он целыми этими лопатами выковыривает. Что-то, дамы и господа, я поймал первого окушка. Хотел-то всего лишь глубину померить. Хоп. Наверное, один и был, да? Что, ты поймал? А
Слушай, оно такое, зимой даже кажется, что оно меньше, да, озеро? А? Парни побегали, побегали в радиусе 15 метров и успокоились. И решили сидеть рядышком. Рядышком, в смысле рядышком со столиком. Да, ближе к Дастархану. Да. Там что-то, там что-то. Пошел снежок. Он сказал: поехали. И махнул рукой. Словно вдоль по питерской, питерской. Газани. Блин, что не газанул-то? Большой почетный круг. Thank you.
На ужин у нас пельмени. С самогоном. Печечка топится, но не очень жаркая. Андрюха опять... Опять ест. Опять ест. Никто не ест, а где он Андрюха ест? Яйца ест с майонезом, а Костя мерзнет. Нет! Найн! Нихт! Вот так вот, вот так вот доехали мы сегодня. Пельмени всему голова. Угу. Пища, на первый взгляд, непритязательная, но очень полезная. И тут главное соблюсти пропорции. Особенно это относится к тесту. И тогда этих пельменей можно съесть до сотни.